Житель поселка Калинина Роман Жульмин спрашивает, когда же им сделают дорогу. Молодой человек построил себе дом на улице Светлая, но дорога там в ужасном состоянии. Роман вместе с соседями обратился в администрацию Истебакана. Там ответили, что это земли сельхозназначения, и пока дома не приобретут статус ИЖС, дороги чиновники делать не будут. Специалисты республиканского Минимущества пояснили, что улица Светлая действительно относится к землям сельхозназначения и формально не находится в границах Устьябаканского района. У местной власти нет полномочий заниматься такими дорогами. Возможно, что проезд нигде не значится. Соответственно, его нет и в регламенте генерального плана Минтранса. А значит, обслуживанию не подлежит. Жители улицы могут отсыпать дорогу за свой счет или же дожидаться, пока их участки приобретут статус земель под индивидуальное жилищное строительство.